Это удар! Зарядил в небеса. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Удар! Опасно! Гол! И этот гол выводит команду вперед. Классный гол получился. Тут, пожалуй, больше и комментатору нечего добавить. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Удар нужен! А тут что? Гол! Гол! И еще раз гол! На удары низом голкиперам всегда труднее реагировать, так как нужно вытягиваться буквально в струну. Игрок получает предупреждение. Заметим, даже не спорит с арбитром. Удар. Вот это спасение. Штрафный удар. Времени уже совсем в обрез. Это горчишник. Вполне справедливый.